уже звонит. Такое ощущение, как будто я только прилегла час назад. Ой, нет, это не будильник. Алло, привет, суперкотик, так давно не было твоего звонка. Да. Что? Я-то думала, ты домой едешь. Нужна моя помощь? Без меня никак. Но вы же прекрасно знаете, куда я дену малышей. Ладно, я постараюсь что-нибудь придумать, ждите, да. И чего без меня не могут сделать? Быстренько в душ и за дело. Бррр, ай, бодрит холодный душ, вроде проснулась. Ну кого бы мне попросить посидеть с моими детьми? Алло, привет! Извини за ранний звонок, да, ты не сможешь посидеть с детишками, ну полденька всего. Нет? Ладно, ничего страшного, еще кому-нибудь позвоню. Алло, привет. Да, да с детьми бы посидеть. Не можешь? Ладно, ничего страшного, еще кому-нибудь позвоню. Остается только Венсдей с малышкой, но в прошлый раз они не справились. Ладно, может в этот раз у них все получится, алло? Венсдей, извини, пожалуйста, за ранний звонок. Срочно нужна твоя помощь, не откажи, я уже всех обзвонила. Да, посидеть нужно. Да, полденечка, суперкот помощи попросил. Да я быстро. Спасибо тебе огромное, да. Ребята, ой, я смотрю, вы уже все проснулись, молодцы. У меня для вас новости. Ура, ты хочешь сказать, что мы уже выросли и пойдем с тобой на задание. А вот ничего, подо, много, поняли? Не лезьте, вы еще слишком маленькие. Сейчас придет Венсдей, она за мамой присмотрит в качестве няни. Придет с малышкой со своей, так что поиграйте. Из дома не ногой, я вообще дом закрою и ключ с собой заберу. Мама, ну почему? В прошлый раз мы вообще-то первые эту бандитку поймали. Без нашей помощи вы бы не справились. Вот-вот, мы же доказали, что мы уже умеем ловить плохих. А ты нас так никуда и не берете с папой. Потому что вы еще совсем дети, я вас берегу. Это моя обязанность. Как только исполнится вам по 18 лет, так сразу будете ходить на свои там задания. А пока нет-нет-нет. О, Венсдей пришла. Всем привет! Привет-привет! Леди Баг, беги давай, я справлюсь. Да, малыши? В этот раз тетю Венсдей слушаться будем? Из дома не сбежим? Не сбегут, Венсдей. Я ключи с собой заберу, так что не волнуйся. О, отличная идея. Все слышали? Из дома вам не выбраться. Все, я побежала. Давайте всех целую. Пока-пока. Чем заниматься будем? Вот, смотрите, фруктики у вас тут. Кушайте. Сейчас игрушки принесу. Вот, поиграйте кубиками. Мишки у вас тут. Мультики давайте или песенки детские включу, что хотите. Тетя Венсдей, мы хотим на задание. Нет, нельзя, вы еще слишком маленькие, не слышали что ли, что вам мама говорила? Эх, мне тоже так понравилось с вами на задании. Еще бы где-нибудь поучаствовала и кого-нибудь поймала, какого-нибудь преступника. Ну давайте я вам мультик какой-нибудь включу, там приключения или детектив, где кого-нибудь ловят. Не, смотреть неинтересно, интересно поучаствовать. Так, а знаете, я кое-что придумала. Давайте, я напечатаю вам какой-нибудь квест, а вы его выполните. Почти как на задании будете. Ух ты, квест, я люблю. Можно что-нибудь пострашнее, пожалуйста? Квест, это круто, мы согласны. Ну, вот и договорились. Идите пока в другую комнату, не подсматривайте. Я здесь на компьютере сейчас быстренько вам что-нибудь распечатаю. Так интересно, что за квест придумает тетя Венсдей? Не знаю, но думаю, что будет что-то суперское. Мама у меня мега-выдумщица. Подайте мне виноградика. На, держи. Ням-ням-ням. Обожаю виноград, он такой вкусный, особенно кишмиш без косточек. Ой, а я все съела, есть еще виноградик? Ну в тарелке больше нет, если только в холодильнике посмотреть. Ну давайте посмотрим, что-то я не накушалась. Венсдей, нету, только лук. Лук будешь? Нет, ты что, лук я не ем. А вот в этом ящике что? Может там виноград есть? Не, пусто, только снег. Снег? Откуда у вас только снега в холодильнике? Вы что, его едите? Нет, мама говорит, у нас старый холодильник, и его давно пора менять. А в старых холодильниках, морозилках всегда снег намерзает. Круто, так это ж можно им поиграть. А как поиграть снегом можно? Да вы что, смеетесь что ли? Вы что, зимой в снежки не играли что ли? Это ж можно целую гору снежную сделать, поиграть в царь горы. Можно снежками покидаться, а можно этого снеговика построить. Так, давай, выгребай снег сюда. Прямо на пол что ли? Он же растает. Ой, ну да, и будет много воды. Давай тогда в ванну, там наиграемся, и пусть там тает тогда. А это идея. Ладно, давайте, помогайте все. Перетаскиваем снег в ванну. Вау!
Вы только посмотрите, какая красота! Целые ванны снега! Так, малыши, все сюда! Ой, какой холодненький! Здорово! Ну что, в снежки или снеговика? Не знаю, давайте в снежки. Ну да, делимся на команды. Я так нечестно, в их команде трое, а нас с тобой всего двое. Ничего, не волнуйся, я вон какая большая, я у тебя за двоих. На раз, два, три, начинаем обстрел. Так, ну вот, распечаталось. Небольшой квест, тут еще и задачки есть, и примеры. Заодно считать научатся и выполнят все. А в конце их ждет сюрприз. Пойду порадую ребят. Малыши, вы меня не заждались? Ой, а вы где? А вы что тут делаете? Это что? Это что, снег? Вы что, с ума сошли? Вы же все заболеете, простынете, в ледяном снегу сидеть. Где вы летом снег взяли? Тетя Венты, в холодильнике взяли. Можно мы поиграем? Мы только в снежки начали, нам не холодно здесь. Мама, мы играем, все нормально. А потом квест. Нет, 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 еще раз нет. Не хватало еще с воспалением легких все лето пролежать. Так, давайте по очереди, ну-ка вылазьте. Ну вот, только чуть-чуть поиграли. А так здорово, мы даже снеговика еще не слепили. А вот зима придет? Варежки, шапки, шубки оденете и лепите кого хотите. А куда? Голые в сугробы, вы что? Ой, даже мне уже холодно стало. И вы вон ледяные все, переохладились уже. Если вы заболеете, ваша мама меня убьет. Ну-ка, проказники, говорите, чья это была идея? Мам, это моя идея была. Я просто у них в холодильнике снег нашла. Вот и предложила поиграть. Они не виноваты, это я все. Ничего, мы вместе это все делали, да. И вместе поиграть хотели. Вот вместе вас всех я сейчас и буду наказывать, ясно? Апчхи! Хорошо, мы согласны. Ой, да, мы согласны. Ой, у меня что-то голос пропадает. Ой, а у меня голова кружится. А я кашляю. А я чихаю. А у меня нос не дышит. Отлично, молодцы, поиграли снегом. Поиграли? Я вызываю доктора. Так, есть аптечка у вас дома? Да, на холодильнике должна быть. Тетя Вэнсли, мы не хотели, да мы не заболели. Это просто холодно было, сейчас все пройдет, все нормально. Тише, тише, ничего не говори, вон, голос совсем сел, как охрип. О, вот аптечка точно есть. Сейчас всем поголовно меряю температуру, ложитесь все на постель. Если температура высокая, вызову доктора. Не надо доктора, мама, все хорошо, сейчас все пройдет. Пройдет у них, вон у первого уже 38,6. Все, я звоню врачу. Мамочка, не надо доктора, тем более он к нам не зайдет. Леди Баг же ключи увезла и дверь закрыла. Так что не надо, сейчас все пройдет. Точно, и доктор к нам не попадет. Вот беда. Теперь придется ждать, когда Леди Баг освободится. Так, сейчас я ей позвоню. Фу, ребята, а вот и я. Ну что, как дела? Они что, спят, что ли? Ты как их спать-то уложила? О, Леди Баг, привет, ты уже освободилась с задания. Слушай, тут это, доктора надо вызвать, я тебя ждала, как раз тебе звонила. Ребята в ванной со снегом искупались. Часа полтора там провели. Вот сейчас кто кашляет, то чихает, кто голос потерял. Чего-чего? Где ж они взяли-то его? В холодильнике наковыряли. И сидели в снежки играли. Прости, Леди Баг, что не усмотрела. Они квест хотели, я им квест готовила-готовила, а они тут развлекались пока, а я и не заметила. Ладно, Венс, да это ты меня прости. Постоянно прошу тебя присмотреть за своими детьми. Непослушными и капризными. Ой, так, давай доктора вызывать. Детей надо лечить. А они будут знать, нечего в снегу сидеть. Да и позвоню суперкоту. Уже год хотим этот холодильник старый поменять. Нужен новый, в котором снег не намерзает. А то вон, что случается из-за него. Дети заболевают. Тетя Леди Баг, мы не хотели. Мы хотели снеговика. Будет вам снеговик только зимой. А сейчас вам надо выздороветь. На выходные поедем на речку. Как раз солнышко будет. И плюс 25 на улице. А вы снег, снег. Снег будет вам зимой. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока! Эх, малыши. О, доктор дверь звонит, встречайте! О, нет, только не доктор. Ага, со своей слушалкой и с уколами. Ой.